Активистами создан чат «Стоп атомной электростанции». Присоединяйтесь туда, пишите туда, как сказал Мутракабул, делайте видеодоказательства, записывайте видео, свои видео, которые вы против этого. И на 6 октября фиксируйте все фальсификации, фиксируйте тех, кто участвует в этой фальсификации, присылайте на этот чат. И поэтому делитесь активно, это судьба наших детей, судьба нашей страны, это судьба нашего народа. Наши предки оставили нам огромную Казахстан, с огромной территорией. Сегодня Токаев с Назарбаем сдают эту нашу территорию вражеской стране, фашистской стране, как Россия. Я хотел бы добавить то, что сказал Барлык. Вот, действительно, друзья, вот группа инициативная создала «Стоп АЭС». Я сегодня заглянул, там было больше 700 человек, вот за последние несколько дней подписалось. Нужно, чтобы там были сотни тысяч. Подписывайтесь, помните, вот старшее поколение должно помнить. В 89 году Олжас Сулейменов создал движение «Невада семей». Это, по сути, народные движения, массовые, многотысячные, привело к тому, что ядерные испытания в семье были остановлены. Они были не только в семье остановлены, они были остановлены по всему миру. В Америке, в Европе, в Советском Союзе, везде это было остановлено. Вы понимаете, что такое народное движение? Поэтому сотнями, тысячами подписывайтесь на чат «Стоп АЭС», включайтесь. И через это движение давайте объединяться и не дадим этому режиму построить атомную станцию.